Машина с Америки. Мастера без покрасочники делали. Вот такая козырная работа. Вот хозяин, машина с Америки. Подтверждаю, что с Америки. Вот, и там вот так вот сделали работу красиво. Так что интересно, при этом свете не видно. Так, вот такая красота. Прям нерукотворная. Да. Я сколько на ней, уже лет 6-7 езжу, ни хера не видел это. Вот там видел вот эту вмятину. Вот. А это я даже не смотрел, не видел. Ну что, нам еще до таких мастеров учиться и так дураками и помрем, наверное. Не сможем повторить. Вот такие чудеса бывают. На ровном месте. Конечно, все не передать, но кто понимает, что-то будет. Да, тот поймет. Так.